Ежегодно в эти октябрьские дни в столице Черноземья проходит духовно-просветительский форум под покровом Пресвятой Богородицы. Он уже стал традиционным и значительным событием в духовной жизни митрополии. На протяжении еще 3 дней можно будет посетить эту выставку-ярмарку с большой просветительской и культурной программой. В Воронеже продолжает свою работу форум, который полюбился и гостям города, и местным прихожанам, и непосредственным участникам. В Воронежском дворце творчества детей и молодежи множество павильонов с обилием разнообразных товаров. Предварил открытие мероприятия молебен на начало доброго дела. Традиционно форум у нас насыщен различными мероприятиями. Это и мастер-классы для детишек, и просветительские программы, выставка, ярмарка. В этом году также много всего интересного. Желаю, чтобы все пришедшие сюда ушли отсюда духовно обогащенными. Большое спасибо Воронежской митрополии за проведение подобных светлых мероприятий, которые в дни непростой истории нашей Родины сегодня как никогда актуальны. Спасибо также за поддержку нашего ежегодного традиционного фестиваля духовно-авторской песни «Ковчег», который также сегодня берет свое начало. И небо спускалось на землю, сплетая незримый покров, покров над живой колыбелью, молитвы любви и стихов. Ждем вас, все мы служим Богу, людям. Спасибо. Стихи, прозвучавшие на открытии, не случайны. Ведь это не просто ярмарка, представляющая плоды трудов монастырей, приходов и различных мастерских. Здесь можно найти и пищу для души. В рамках форума пройдут концерты, выставки картин. Ищущий духовного совета найдет его в беседах со священнослужителями. Состоятся лектории по злободневным темам. Но, конечно, наиболее зрелищная часть – это ярмарка. Ее участники из разных уголков России и гости из зарубежья. Мы приехали из Грузии, из мужского монастыря святого мученика царя Арчила, великомученика Георгия Победоносца. Привезли с собой уникальные изделия, которые могут прийти себе по душе православным христианам, святыни различных монастырей Грузии. Мы представляем общество памяти игумени Таисии в городе Воронеже уже не первый раз. Мы выпускаем такие издательские духовные книги. Это огромное духовное наследие. Участвуем в этом форуме уже не первый раз. И очень... Этот форум для нас дает очень большой заряд на будущее, общение наше, православное общение, общение с другими монастырями. Это самое крупное мероприятие у нас в Воронежской митрополии. И мы с большой честью представляем свою Борисоглебскую епархию. Приехали мы из Молдавии, представляем один из древнейших монастырей Молдавии, основанный в 13 веке, и монастырь высечен в скале. Люди подходят, мы все общаемся, все с теплом подходят, общаемся хорошо. Вот. И несмотря на все политические действия сейчас в мире, вот, все мы братья во Христе. Работа форума в Воронежском дворце творчества детей и молодежи продолжится до 20 октября.